Всем привет, я Ванечка Фотолюб, и сегодня снова повосстанавливал файлы с чужой флешки. Вот такие вот занятия. Покупал я, значит, фотоаппарат на барахолке, вот тот Vivitar, которому приделал объектив от CCD-камеры. Он был без флешки. Я говорю мужику, можно мне взять какую-то флешку из вот этой кучи фотоаппаратов? Он говорит, да, делай, что хочешь. В общем, я взял еще один фотоаппаратик из кучи фотоаппаратов. Это был какой-то Samsung. Достал с него флешку, говорю, вот это, он говорит, да, да, пожалуйста. Ну и все, я пошел, довольный такой. Еще флешка хама на 256 мегабайт. Думаю, ну прикольно. Восстановил фото тем же способом, что и в прошлый раз. Там оставлю ссылку в описании. Вот что тут нашлось. Ничего интересного, обычные семейные фоточки. Но вот интересно позаглядывать мне в разные места, ничего не поделаешь. Я позамазывал лица людей, чтоб на всякий случай ни у кого не было претензий. В общем, у меня нет цели кого-то обидеть, так что все окей. На флешке оказались фотографии, собственно, Samsung i8, из этого прикольного, что я на рынке видел. И еще из какого-то HP Photosmart R507. Такого я никогда не встречал, но внешне прикольный фотоаппарат. В общем, такие дела. Кому интересно, посмотрите, кому нет, до следующих видео. Всем пока.